Здравствуйте, мы семья из Мариуполя. Я вдова с двумя детками. Это Дима, ему 9 лет, это моя Богдана, ей 10 лет. После 24 февраля, когда началась война, мы уехали из Мариуполя чудом. Нас отвез человек 10 марта. К сожалению, 15 марта убили мою маму, сестру и племянников, потому что в мой дом попала ракета. Дальше мы поехали через Запорожье в город Одессу. Мы там прожили год. Но в связи с тем, что у нас война продолжается и не заканчивается, мы вынуждены были выехать в Одесскую область, в село. Конечно, нам очень тяжело. Все то, что я получаю выплаты, это 8 тысяч гривен, по 3 на ребенка и 2 на меня. Все уходит на аренду. У нас бывает, что нечего кушать по неделям, по 2 недели. Очень тяжело, все 8 тысяч уходят на аренду. Я понимаю, что всем тяжело. Очень хотела бы попросить вашей помощи. Как вдова с двумя детками, у меня больше нет никого. Я очень надеюсь, что война закончится, мы переможемо, и все будет Украина. Всего доброго, до свидания.